Друзья, сегодня в российский шоу-бизнес пришла очень страшная новость. Вы даже и не знаете об этом, потому что об этом сообщаем только мы. Сегодня рано утром в одну из больниц города Москвы в тяжелом состоянии была доставлена наша любимая советская российская актриса Барбара Брыльска. Родственники сообщают о том, что она была найдена в одной из своих квартир в центре Москвы. Неделю назад она приехала в Москву погостить у своих родственников. На данный момент сообщается о том, что она находится в больнице в тяжелом состоянии. Что же на самом деле произошло с Барбарой Брыльской, пока никто не сообщает. Мы пытаемся поговорить с врачами, чтобы узнать всю правду, но пока это безрезультатно. Следите за новостями, друзья, не забывайте, что каждое утро свежие выпуски выходят у нас на канале. Только мы рассказываем вам интересные события из шоу-бизнеса. До скорой встреч, будьте всегда с нами.